Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Я бы взяла бы на самом деле все вот эти вот четыре даже вещи. Босоножки мне очень нравятся. Они очень удобные. И на удивление на распродаже мой размер есть. Блин, вообще все круто. Еще вот такие выборочки мне понравились. Но хотелось побольше, чтобы они были посвободнее. Но размера нет. Ну, в принципе, и так хорошо. Босоножки мне прям очень нравятся. Тебя, смотри. У каждого есть такой друг. Все, я ушла. Очень крутые брюки. Мне прям нравятся. И пиджак тоже клевый. Но зеленый мне нравится побольше. Но цена у них в два раза отличается. Зеленый болотный такой 5. Этот 2, по-моему. Но немножечко по-другому сидит. Здесь не такие какие-то плечи. Но мне нравится очень длина до середины бедра, и как раз таки прикольно будет, как с белым пиджаком. Мне тоже понравилось немного, потому что штанцы на ней они тоже очень круто выглядят. Нет, штанцы нужно прям побольше. Очень хочу красные себе брюки. Мне удалось сидеть, там такая заклепка. Мне очень понравились ботинки, сапожки. Очень клевый пиджак, но он не прям сильно великоват, но вообще их не бывает меньше размеров, поэтому я подумаю, может быть и норм, но он прям сильно-сильно на мне оверсайз. Брючки тоже вот эти очень понравились, очень из приятного материала, плюс здесь такая мелкая рябь, которая визуально делает меня не такой толстой. Ну как тебе? Мне босоножки понравились. А все остальное? Футболка не А, то есть тебе не нравится ни пиджак, ни брюки? Да? Коза? Так. Мне нравится. Прикольно. Кстати, прикольно то, что ты с футболкой одела. Клево смотрю. Мне платье, так что хочется. Прикольно. Цвет мне очень нравится. Мне кажется, мне нравится, как сидят. Как тебе пиджак? Пиджак. Опять белый? Отвешивай. Угу. Я и черный тоже взяла. Все-таки побольше размера, нет, если честно, больше нравятся те, которые поуже на ней. Но эти прям более такие раздолбайские, но мне кажется, у тебя все такие, а те как-то более ближе к классике, и их можно и так, и так. Вот, а еще, девочки, хотела вам обратить внимание на то, что обращайте внимание на платье на запах, потому что они очень комплементарны нашей фигуре, они делают прям песочные часы, и прям, ну, очень красиво смотрится.
Хотя на вешалке оно выглядит как вот простая тряпочка, но вообще очень клевая. И оно, кстати, сейчас на скидках в Кире. Очень клевый, причем цвет тут такая джинса. Красивый довольно. Не, мне нравится. Очень красивое платье такое. Вы относитесь к брюкам Киото? Меня недавно Алина Флайклау вдохновила, я захотела померить. Вообще, мне кажется, что для таких коротконожек и маленьких, как я, Киото не очень красиво, но на ней так клево смотрелось, что тоже захотелось померить. Но вообще, в принципе, прикольно смотрится, мне цвет очень нравится у этих вот у серый, красивый. Это только с каблуком исключительно. Без каблука это без вариантов носить, иначе будете прям коротышечка. Очень крутая юбка-карандаш, она очень приятная к телу, приятного такого цвета хаки. Они серфы, да? Да. Ой, извини, пожалуйста. Страшно. У нас тихий такой костюм, пыльно-розовый. Очень, мне тоже понравился, я сейчас такие штанишки тоже взяла. И футболку взяла такую интересного цвета, мне кажется, очень хорошо смотрится. Но единственное, она из такого тонкого материала, что если вы будете там заправлять побольше, какую-нибудь более толстую ткань, она будет прям живот делать. Но очень симпатичное и соответствующее белье нужно носить, что она все подчеркнет. Но очень уже клево. И она такая приятная, она очень мягкая, прям кайф. Юбочка мне маловато в размере XS, но мне очень красивый пыльно-розовый такой оттенок. Прям тоже клево. Я силуэты, девочки, если у вас есть здесь вот ушки, то она их скрадывает и подчеркивает талию, тем самым делая вас худенькой, стройненькой. В общем, вот эта юбочка прям тоже зачетная. Очень клевая юбка. Мне понравилась она, приятная по материалу, такая из хлопка. Мелкую полоску, что худит. И также плюс вот эта вот линия, она вытягивает образ. Ноги кажутся более длинными. Клёвый. Были взяла. Эти брюки померить в болотном цвете. С этим по цвету они как? Мне кажется, хорошо. Ну, блин, мне вот эти, кстати, даже очень нравятся, я тебе могу сказать. Прям сильно очень. Прям клевые. А это ты подогнула или они такие клевые? Клево. Нет, мне прям очень нравится. Ну, ты можешь, конечно, померить, но мне кажется, больше будет не так хорошо сидеть, потому что они тут и на попе хорошо сели, вот здесь вот хорошо сели. Просто если побольше возьмешь, опять вот здесь вот сбираться будет. Мне очень понравились вот эти брюки, но они на Насте смотрятся намного лучше. На мне они подчеркивают вот здесь вот бедра и делают меня еще толще. Еще толще, да, ну уже толстая. Но цвет это просто шикарный. Две. Ну, смотри сама. Вот мне вот тут вот очень материал нравится. Девочки, вот прям очень советую обратить на них внимание в Кире Пластининой, потому что тут и материал клевый, и цвет крутой, и крой классный. Но вот единственное, что если у вас есть уши, как у меня, то, к сожалению, нет. Но они прям клевые. Я бы взяла, вот честно, они настолько комфортные. Прям жалко, жалко, жалко то, что они не на меня, к сожалению. И средняя посадка, да? Не низкая, не высокая, а средняя. Сколько? Кайфовый. Материал крутой, но... А повернись, не просвечивается? Не, кстати, не. Мне кажется, у тебя большинство джинсов здесь так собирают. Есть такие, которые там не собираются? Да. Не ходите. Чё, почём? Они на скидках? 2,690. Ну, вообще, кстати, цвет классный. Не знаю, правда, насчет размера, это 34. 34? Смотри, может 34.
четвертый, да. Мне кажется, если будут больше, то они еще шире тебя будут прям к низу. Это будет уже не так прикольно. Мне нравится. Не, реально, вот эти прям круто смотрятся. Они такие яркие. Не, по-моему, прикольный, да? Ну, ниточки. Он с такими заклёв. Да. Очень красивый цвет. Классно. Длина такая прикольная. Очень прикольный пиджак. Не, клевые джинсы. Мне нравится. Мне нравится их посадка. Да, посадка не нравится. Она прям... И не сильно-сильно высокая, и не низкая. И нет вот этого, знаешь, как дебильно делают некоторые, типа, вот здесь высоко, а тут вот здесь вот. У меня есть. Ну, точнее, у меня их нету, но я часто с ними сталкиваюсь с такими. Прикольные.